Олимп 0-0. Второй тайм. Фейсбек. Хорошо пробил! Хорошо отбил! Последнее китайское предупреждение. Да, пробей! Это уже вот никого болельщик. Не волнует. Постреливай! Нет, мячик. Забили, нет? Одному.
Котов забил? Елен. Как? Елен. Елен зовут? Игорь. Через него, через центр атаки проходит. Елен Игорь. Кем, я тебе говорил, сам удалось. Саня, Саня, ты где? Где Саня? Запал. Вот того типа видел, который забил? Беги, 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 беги. Прям приклейся, да. Вперед. Хорошо. Быстро, быстро, право. Он потому что тоже грубо играет. Не, не, что, я и говорю, что вот сюда вот ему приклеите, все, и тогда мы. А вот тому, который забил. Вот он вот такой. Я тоже не грубо играю. Да я не спорю, но суть только что, блядь. Он грубо играет. Вот сейчас сюда надо галишку бить. А сколько осталось? Тут можно посмотреть на времени, и там у судьи время. Играй. А у них мяч остался. Пошла седьмая минута! Давай. Давай.